Мировые конструкторы продолжают будоражить воображение автолюбителей, создавая эффектные концепт и шоу-кары. Вашему вниманию пятерка самых ярких из них, появившихся в уходящем 2015 году. Сразу двумя эффектными шоу-карами в этом году отметились британские конструкторы. Первый из них — это купе Bentley EXP 10 Speed 6, свидетельствующее о кардинальном реформировании стиля легендарных автомобилей из крю. Неспроста и кузов двухдверки окрасили в самый насыщенный и яркий оттенок знаменитого цвета British Racing Green, британского гоночного зеленого. EXP 10 Speed 6 — это один из вариантов видения будущего Bentley, поясняет Кевин Роуз, глава Bentley по маркетингу. Это мощный, утонченный и уникальный концепт-кар с атлетичным силуэтом, который уже через пару лет может стать новым невероятно роскошным двухместным спорткаром Bentley. Концепт другого именитого британского конструктора многих просто шокировал. Это Aston Martin DBX. Такого креатива от англичан никто не ожидал. Две двери, 4 сиденья и изощренная система полного привода со встроенными в ступицы колес электромоторами. Спортивное купе SUV с примесью гран-туризма, похоже, что за таким симбиозом спорткара и внедорожника будущее Aston Martin. Дело Ванкеля по-прежнему живет, несмотря на все ужесточающиеся экологические нормативы. По крайней мере, в Мазда. Минувшей осенью в Токио японские конструкторы представили потрясающую двухдверку RX-Vision с роторно-поршневым двигателем нового поколения, с пока не озвученными характеристиками. Дальнейшая судьба концепта пока не ясна, но если у RX-8 и появится наследник, то самый достойный. Для тех, кто прямо из колыбели попал в мир цифровых технологий, Nissan создал, пожалуй, идеальный автомобиль. Это Teatro for Days, представляющий собой настоящий гаджет на колесах. Простой с виду белый интерьер таковым только кажется. Передняя панель, сиденья и даже дверные панели могут стать большим интерактивным дисплеем. Закатить онлайн-вечеринку и поделиться хорошим настроением с друзьями в случае с Teatro for Days без проблем. В общем, гигантская батарейка для мобильных устройств и одновременно средство передвижения. Молодежь, не представляющая себе жизни без социальных сетей, от такого автомобиля должна быть в восторге. Что же, отрадно, что разработчики автомобилей продолжают экспериментировать, создавая смелые и яркие прототипы, от которых мы, простые автолюбители, пребываем в полном восторге. А впереди год 2016. В котором мы станем свидетелями появления на свет очередных невероятных концептов и прототипов. По крайней мере, AutoPanorama в этом нисколько не сомневается.